محمد الصلاة والسلام. Наш путь – это сохбет, и в собрании заключено благо. А те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте справедливыми. Сура 9, аят 119. Садака Аллаху лязим. Это веление Аллаха Аззаваджалла, чтобы верующий боялся Аллаха и был с честными, правдивыми людьми, кто правдив в своих словах и делах. Это очень важно для верующего. Нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, еще до его пророчества, называли Алямин, честный, заслуживающий доверия. В Мекке его знали как Алямин, надежный человек, который никогда не лгал и не говорил ничего плохого. Он, да благословит его Аллах и приветствует, велел нам быть справедливыми людьми. «Не будьте с лжецами», — говорил он. Особенно если человек заявляет, что он шейх или ученый, но говорит ложь, вы не получите никакой пользы, если будете с таким человеком. Поэтому ищите тех, кто никогда не лжет. Хвала Всевышнему, вчера и позавчера мы посетили макам шейха Раджи Ашмана Султана. Маша Аллах, он был безупречным человеком. Он никогда не лгал, никогда не говорил плохого. Этот человек должен быть примером для всех присутствующих здесь. Хвала Всевышнему, Аллах вознаградил его за все его усилия и труды. Султан многим дал хидаю, руководство, и многих привел в ислам. Он помогал людям вставать на путь Аллаха. Он восхвалял пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и он тоже был амин, заслуживающим доверия. Мы всегда помним о нем. Это настоящий аулияла. Тот, кто посещает его макам, может получить мадад и пользу от этого. Аллах благословляет его и Аллах помогает ему. Поскольку он его возлюбленный слуга, Аллах ради этой любви принимает ваши дуа. Мы должны следовать таким людям и брать с них пример. Шейх Раджа Ашман Шах был безупречным человеком. Да благословит его Аллах. Иншаллах, мы встретимся с ним в раю, где всегда будем вместе, иншаллах. Вамин Аллахи ат-тауфик. Аль-Фатиха.